Ангар большой, красивый. Сегодня гулял, смотрел везде, здесь Англия, да? То ли новый делал, состарился, так он сгнил, заржавел. Может для людей, может нет. Плохой, вандал. Дай бог не развалится. Сейчас что-то чесали. Пишут, да? Здравствуйте, дорогие знатоки. Громче ли? Здравствуйте, дорогие знатоки. Это в Англии гулял, смотрел и вижу, главное, такая вот ангар. Вот. И не понимаю, для чего он был изготовлен вот из такого ржавого старинного металла. Но вопрос следующий. Для чего? Вроде все красиво, дверь открывается, цыпорки кто-то накорябал, может кто-то плохой, вандал. Может, так надо, неизвестно. Но циферки, главное, соответствуют со старинными пластиковыми циферками здесь на деревянной основе. Вот, вопрос, соответственно, для кого, чего, как, кем, не надо мне это. А для каких, ну вот, нужд таких вот нашего человека, соответственно, это было произготовлено. И, соответственно... Пожалуйста, мне, господа дорогие, отвечайте. Спасибо. Кто отвечает? Нет. Господин Мухин, кто отвечает? Извините, господин ведущий, ответит Илья Новиков. Илья, куда прикрепляют эти таблички и с какой целью? Прошу вас. Значит, с какой целью сначала? С целью, чтобы пассажир на случай конфликта с таксистом или если он там забудет какую-то вещь, мог на эту табличку изнутри машины посмотреть и знать, в каком он такси находится, чтобы он мог связаться с диспетчерской, что такое сделать. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Алхазов. Да. Пишем, да? Пишем? Mm-hmm. Пишем, да? Да-да-да. Дорогие, а это уже было, да? Внимание, правильный ответ. Ответ я сам лично не знаю. Это нет? Это можно так, да? Если брать во внимание мой величайший интеллект, то я предсказываю, что это для овец. Я привел свою овцу, значит, загнал, чтобы она не убежала, она же непослушная у меня. И я ее продаю здесь и говорю, вот сколько ты дашь, что предлагаешь, что у тебя тут. А значит, овца здесь, ты можешь посмотреть, и потом я ее, видимо, как-то... Fatality. Вот так передаю. А деньги там или что ты принес на обмен мне хорошего, да, я забираю себе его в карман свой. Вот такой вот у меня, полагаю, что абсолютно правильный у меня ответ. Спасибо.